Значит так, добрый вечер, друзья. Я первая моя серия на чем остановился, что меня все-таки убили вот эти вот существа, хоть и с зажигалкой. Хоть и зажигалкой надо очень-очень осторожно. Но это временно, это временно. Продолжаем. Я просто опять перепрошел до этого момента. В общем, туда не надо идти. Зачем рисковать? Да, вот я сейчас продемонстрирую, и то я вот не очень хочу вот смотреть. What do you people want? Вот видите, все, хватит. Если я сейчас буду идти, кто-нибудь из них да заденет. Все, сюда не надо. Вон, они везде, повсюду, все. Зажигалка это временно. Хорошо, если бы это было бы орудие постоянное. Кстати, музыка, звук. Я чуть-чуть прослушал свое прохождение. Я все-таки, извините, звук чуть-чуть... Да, эмбиент играет немножко тихо, но там звуки... Вот видите, тут как... Игра очень скупая, здесь общий звук, здесь нет такого звуки окружения или музыка, как вам в нормальных играх это разделено. Ну, будем снисходительны, это инди. Звук чуть-чуть, вот так вот, я думаю. Не волнуйтесь, страшные звуки, то есть, а их достаточно будет, ну, скримы, как это называется. Пугалки. Они будут прекрасно слышны. Ой-ой-ой, вот что это вот? Я не знаю, вам слышно или нет, всякие сторонние, random noise. Вот видите, сейвов нет. Если погибаешь, то сейв начинается в начале вот этой новой локации. Идем дальше, вот, все. О, привет, мне показалось, ты из этих, ты кто? У тебя все в порядке? Кто ты? Ты в порядке? Возможно, но мне тут одиноко. Меня зовут Анника. А меня Эдвард. Приятно познакомиться, Анника. Что еще? Кто-то есть? Уходи, мама идет. Что здесь? Твоя мама? Мать? Никогда не отвечай на вопрос. Скажи, сейчас же уходи. Ладно, почему? Не могу же я тебя здесь бросить. Уходи, Эдвард. Все ясно. Ну, понятно, что это привидение, эта девочка. Никого живых. Это уже ясно, но паранормал такая. Блин, сейва нет, уже страху. А вот дальше я уже плохо помню. Вот, да, эта локация более-менее помню. Блин, я порассуждать хотел, но попробуй тут порассуждай. Значит, меня Эдвард зовут. Ну, поехали. Shift надо все время держать. Вот они. Ну, я надеюсь, я пройду через них с зажигалкой. Очень осторожно, они могут задеть. Так, вот так боком. Тихо. Так, вот, обходим осторожно. Ран? Ёпту, блядь! Началось. Но это X-Files уже, да и Lovecraft, не знаю. Ну чё, на свет, а я не знаю, что еще делать. Фу, прошел локацию, все. Так, сейф с этого начинается, хорошо. Ладно, немножко порассуждаю. Да, здесь сейчас чуть поспокойнее, сейчас квестить надо. Ну как квестить? Квест это или как это называется, ребят? Это не совсем квест. Квест все-таки предполагает сложные головоломки, сложные пути. Такой полуквест. Ладно, да, не, слушайте, не столь важно, как это называть. Hello? Anyone? Damn, звук громко. Where is everyone? Ну, хватит, дай я... Речь, уйди, я поговорить хочу. Вот, была такая чудесная игра, я немножко поболтаю, а потом буду дальше проходить. Я не могу одновременно играть. О, ну это Twin Peaks конкретный пирог. О, Америка. Everyone must have gone in a hurry. Да, да, да. В принципе, стандарты. Вот заходишь в заброшенную локацию. Странно, что еще продукты не протухли, а эти там стоят за окном. Блять, по привычке, прыжки. Не присесть, не... Я считаю, это недочет, что здесь нельзя приседать и прыгать. Исчезновения продолжаются. Жители Дормонта охвачены страхом. Еще один горожанин исчез без следа.
Ллойда Элдриджа, 62 лет, в последний раз видели живым на почте во второй половине дня. Помощники шерифа и волонтеры обыскали окружающие леса, но ничего не нашли. Неофициальный источник сообщает, что в то же время возле почты была замечена группа людей со светящимися глазами. Ну вот мы их видим. На просьбу прокомментировать данное заявление шериф Мэтьюс сказал, что горожанам не о чем тревожиться, и добавил, что сказки про призраков для детей. Ясно, шериф – болван. То есть они пока не боялись. Ну вот такой ретро-винтажок, дизайнёк. Плакаты, давайте сейчас все рассмотрим. Немножко просто. Ну, классический американский аппарат пластинок 7-дюймовок старинных. Fallout, ну, знаете, Fallout, естественно, New Vegas, само собой. Очень приятно. Вот. Кстати, вот это популярный американский плакат пива. Их целая серия. На Рейгана похож дядька чуть-чуть. Ну, может, не на этой фото. Их несколько ракурсов. Я знаю этот прекрасный постер. Ну вот, Twin Peaks-овщина. Ну и не только Twin Peaks-овщина. Вот такая Old Style America, вот 50-е. Все это приятно, здорово. Обыскиваем, смотрим внимательно. Ничего не упускаем. Пока что ничего не активно. Ага. Что такое? Я все время забываю, что... Я Е нажимаю, активацию. Я не могу привыкнуть. Это кто? Бартоу Рагас, август. Я не понял, извините. Причем на кухне. А, ну это, наверное, хозяин заведения, видимо, Бартоу Рагас. Так, август 2017. Ну здесь тогда такой выкос идет. Повторяю, техника здесь 90-х, телевизоры, телефоны, конкретные 90-х. Хотя, нет, извините, в самом начале игры у нашего героя сенсорный телефон современный. Ну ладно, в принципе, здесь это не суть важно, здесь даты не важны, какого это года. Это как бы не привязано к конкретному времени, главная атмосфера. Что я хотел сказать? Была такая старая чудесная игра. По-английски она называется в оригинале Scratches. Причем это не американцы, кажется, латиноамериканцы сделали. Я сейчас не помню. В русской локализации она переводилась как Шорох. Это старый хоррор-квест, но квест технически классический. Квест как Мист, то есть фотографический. Не 3D, вот как это. Игра классная, она короткая. Она и страшная, и смешная одновременно. Но она так хорошо продумана. Я ее два раза проходил. Она и жуткая, действительно жуткая. Но там и юмора тьма. Ну, такого же черного юмора. Так вот. Вот что мне здесь не хватает, когда мы берем предметы. Ладно, прочитали, это понятно, проехали. А когда мы берем предметы, обычно вот в таких классик-квестах они должны оставаться в инвентаре. А когда предмет используется, ну, например, ключ, все, он пропадает из инвентаря. Но это достаточно удобно. Здесь же не так. Если вы взяли, никакого инвентаря нет. Ну, куда? Наверх? Вниз? Давайте наверх. Я не помню. Ну, и туда надо. Так. Ага, хорошо. Ну, ёб твою мать, в подвал. Не очень охота. Ну, не знаю, мне вот этот весь интерьер, дизайн, графика очень простая. Дело не в графике, а в художественной иллюстративности. Вот видите, здесь вот мутный вот этот фильтр в фотошопе, называется Diffusion Glow. Ну, не только в фотошопе, визуальном. Вот, он придает вот эту вот дымку. Ну вот. Ну вот те раз. А я боюсь. Вот немножко оступишься, потом локацию заново надо. Свет есть? Смотрим. Нет, двери отсюда открыл. Осторожно. Есть. Хорошо. Хорошо. Осмотримся аккуратно. Ну и чё? Ой, блядь! Shit! Ёбу, видишь, блядь? Фу нахуй! There's light outside. Something is blocking the window.
Фу, блядь. Фу, ёпту. Блядь, это вам смешно. Не, когда сам играешь, сами попробуйте, блядь. Я, клянусь, не помню. Хорошо, я еще не шагнул резко. И что делать? Похуй. Ну все, второго же нет выключателя. Видели, когда свет, их текстуры чуть-чуть показали? Да, бля, там не успеваешь. Я не знаю, что делать. Наверху закрыто. Ну давайте еще раз на всякий случай. Просто вот. Ну да. Здесь я все обыскал еще раз, аккуратно, внимательно. Внимание, повышенное внимание. Вы понимаете, вот, допустим, в таких спокойных... Это же хоррор-квест и survival. Если в обычных квестах... Ну, Scratches — это тоже хоррор, но он не survival. Вы там просто медленно бродите, там нагнетение и ужас. А здесь survival, потому что здесь аккуратно надо. Где-то и сматываться надо, где-то осторожно. Давайте осторожно... Не, дальше я не буду, дальше. Что-то мне это не нравится. Там текст какой-то был. Я когда ахать, охать, орать начал от страха, я текст не вернуть, жалко. Нет тут вот документа. Сейчас будем думать. Здесь я все обошел. Ну... Да, да. Это не та игра, что прям по углам там искать мелочи. Здесь достаточно все на виду. И в каждой мини-локации, комната, допустим, есть 1-2 предмета. Все. Даже по одному предмету. Здесь нет смысла прям супер шарить. Надо, да, внимательно смотреть. Но если один предмет нашел или два, все, третьего уже не будет. Понимаете? Все очень-очень просто. Ой, блядь. Это камера надо. Блядь. Я должен в библиотеку. Наверняка там... Так, мне... Да, это я помню, в библиотеку надо. Я скажу, на каком этапе я остановился. Еще пару локаций я проходил, но их уже я помню хуже. То, что в библиотеку надо, я помню. Я знаю, как туда попасть, но я вот не помню, как... Сейчас с подвалом надо решить вопрос. Осторожно. Так, ну они, в принципе, далеко. Смотрим. Темно еще, понимаете? Темно нахрен. Автомобиль не задействует? Нет, 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 нет. Нет, нет. Я, может, медленно играю. На самом деле, она достаточно быстро... Да, кстати, вот эти ящики... Вот не зря. Их надо... Так, как бросать? Брать левой кнопкой, бросать правой. Надо поднимать все эти коробки, ящики. Если помните, именно под предметами... Лежит то ключ, то еще что-то. Ну, важные вещи. Поэтому все это переворачивать необходимо. Да? Блядь. Все, что возможно, все это надо... Ну, нахуй, держите. А поджечь их нельзя? Не, ну, конечно, нельзя. Очень простая игра по механике. А, вот под... Вспомнил, понял, понял. Смотрите. Ой, блядь. Граффити, хорошо. Warning. Don't not block this window. А, внимание, не блокируйте это окно. Угу. Тараканы. Класс, класс, класс. Ну, графика. Игра 2017 года, я прочитал. Ну да, вы скажете, так себе там. Да не в графике дело. Она, в принципе, отвечает запросам. Нормально. Мне, не знаю, мне, меня устраивает. Вон они. Цветогамма очень неплохо. Все, ребят, я вспомнил. Вот подвал. Я освободил место. Теперь свет от огня бочек попадает в подвал. Значит, им будет засвет. Да-да-да, я вспомнил. Но это мне повезло, что я... Тихо. Осторожно. Нам надо туда, в библиотеку. Нифига не видно. Нифига не видно. Хорошо, смотрите, я могу подсветить... Лучше от этого не станет. Да нет. Ой, настройки. Не, назад, подожди. Настройки, да, видео.
Рендерик, что ли? Да, гамма. Ну, немножко, вот смотрите, чуть-чуть я подсвечу еще. Лучше от этого не стало. Ну, серьезно. Даже еще мутнее, по-моему, стало. Да, да, я открыл окно подвала. Вот, видите, частично не все они пропали. По углам все туда. Идем только по пятнам света. Вот, вот, вот. Теперь бочка с улицы огонь освещает. Теперь здесь роемся. Не могу привыкнуть, что это мышкой надо, а не Е делать, как во всех играх. Ну, ладно, чушь. Все поднимаем. Тумбочку нельзя. Нет, чуть-чуть. Ну, где рука только что была? Вот. Ну, была же рука, сейчас активировалась. А, вот тумбочка. Опа, ну вот, вот видите, вот, вот. Я это не помнил, просто, ну, как идет, так идет. Больше, наверное, ничего. Да, логично, все, здесь больше нет смысла искать. Ключ нашли, все, игра так устроена. Не будет еще 2, 3, 5 предметов. Все. Тут не надо задерживаться, бродить по комнатам по 10 раз. Хотя дальше я не знаю, как будет механика и сценарий развиваться. Потому что вот в большинстве квестов, именно квестов, там ты одну и ту же комнату можешь 3-4 раза возвращаться, предметы новые появляются, там, сям, взаимодействие. Ну, например, вернулся в комнату, а там уже телефон работает. Можно трубку взять, сообщение. Здесь нет, не так. Она чисто такая, она, в принципе, линейная и скриптовая игра. Альтернативных никаких путей нет. А, чего я пошел? Я же ключ взял. Ключ, он, по логике, я же забыл, от чердака. Ну, я же shift забываю нажимать для бега. Блин, ну-ка. Ну, все, да. Так, осторожно, здесь кто? Ну, слава богу, хоть на крыше никого нет. Ну, обзор, давайте посмотрим. Вон их сколько, сволочей. Ой, бля, вон их. Вот видите, чем мне эта игра понравилась? Что это не всякие зомби там, а вот это недосказанность. Просто тени, но страшно. Но они опасные. Они не нападают, они статичны. Ну вот, я не знаю, мне это нравится. Тени. Потому что это тут читается не как вот... Когда я вижу зомби, это для меня сказка. А здесь это читается как мрачный, кошмарный сон. Сновидение. Тем более вся графика вот в этой дымке. Что такое? Прожектор, что ли? А, вот он актив. Ну, и чё? Похуй. А, вот, всё-таки включается. Вот, включил. Да, да, да. А, я включил прожектор. И часть дороги осветил. Значит, пропали. Всё, надо внимательно. Можно выключить. Не надо. Всё. Один прожектор. Один. Ну и то хорошо. Больше ничего здесь нет. Да? Больше ничего нет. О-хо-хо. Давайте посмотрим еще, сколько их. Да, надо читать. Возможно, в описании это будет сказано, что за это существа. Ну, я так... Ну, раз они с топорами, с вилами, это все это фермеры, это местные жители, это их призраки, души. Ну, что-то в этом роде. Ну, раз они антропоморфны и с предметами быта человеческого. Да, а почему они такими стали, это мы, возможно, узнаем, ну, в процессе. Хорошо, поехали. От слова «так» я пытаюсь избавляться, теперь от слова «хорошо» надо избавляться. Ой, можно подобрать? Нет, это так, декорейшн. Подвал не надо. Да, в подвал нам не надо. Почему нам? Мне? Нам. Ай, блядь! Да, надо пробраться. Это камера сейчас налетела по скрипту. Фу, блядь, хорош так, хорош, блин. Я и так... Ну все, здесь ничего. Может, ящик взять с собой? Кто его знает?
Рука так и тянет сейф нажать, а сейва нет. А вот, вот в этом-то и прелесть хоррора. Сейва нет. Так, пока что, пока... А, привет, привет, привет. И дальше. Ёб твою мать, это библиотека. Вот там было сказано, что это библиотека. Что-то мне так не хочется туда, ребят, если бы вы знали. Да, вход, путь закрыт. В центральные ворота, в дверь, в фасад я не пройду. Я помню. Здесь надо сбоку, и сейчас будет. Ой, бля. Вот сейчас сурвайвал начнется. Да, бля. Ай, бля, я не хочу. Ты, ну его нахуй, может, я сверну ее? Ну его, ребят, я не шучу. Бля. Ай, бля. Сука. И приседаний нет. What does that thing? Приседаний нет. Надо ныкаться вот так вот за гаражем. Вон он, оно, она, мать. Помните? Мать сказала. Бля, ёпта. Это да, это она с сиськами. Ей свет похуй. Я не знаю, как она называется, как ее зовут. Короче, это вот с сиськами ходит. Только вместо ебала у нее вот гигантский прожектор. И ей свет похуй, она сама светит. Бля, я уже обос... Сука, блядь. Нам надо вот туда, на лестницу. Ай, бля. Давай, иди нахуй, блядь. Иди. Она, если увидит, она начинает бегать. Мне лишь бы shift зажать, чтобы съебаться. А куда я буду убегать, когда... Тихо, да, потворю. Где она, потоход? Фу, ушла, кто? Тихо. Подожди. Сука, блядь, тихо. Пизда. Вали отсюда. Давай. И тут стелсом ты не прокрадешься. Ящики, нахуй. Да, блядь, быстрее, блядь! Вот, сейчас, быстрее, блядь! Все! Съебывай, блядь, нахуй, честно! В кафетерий обратно, блядь, нахуй! Все! Иди в жопу, блядь! Подождем, все, шест я взял, да. Шестон надо лестницу пожарную, это я помню просто на память, блядь. Дайте я помню сигарету, подождите, блин. Блядь, глоток сделаю, блин. Я не шучу, я не придуриваюсь, блин. Сами попробуйте поиграть, ночью особенно. У меня ничего, вот у меня ноутбук горит и вот маленький торшерчик. За окном темно, ночь. И она сюда, сука, блядь, ну она в кафе-то не зайдет, надеюсь. Хуй ее знает. Это она, мать. Сейчас, ребят, секунду. Пару затяжек хороших. Бля, сейва нет, сука. Сука, тихо. Так, нет. Ай, они что, ходят, что? Нет, мне кажется, уже. Не, еще не хватало. Стоят. Где она? Пизда. Иди отсюда. Иди. Ты не моя мать. Ушла. Тихо. Давай, за остановку. Вон там остановка. Давай туда. Канай. Угу. Блядь. Ай, блядь. Она, если своим фонарем увидит меня, она начинает ломиться, бежать. И можно не успеть. Но я не успевал пока. Сука, сюда идем. Так, эти еще здесь рядом. Осторожно. Блять, у лестницы, куда мне надо. Сука, shift, сука, неудобно. Сука, ну почему сейвов нет? Сейчас бы сейв было бы в 100 раз удобнее. Слушайте, даже с сейвами нелегко будет. Но... Хорошо, в нормальных этих надо... О, есть. Ну, давай побыстрее. Вот, все. Ломим.
Куда? Быстро, ломим. Ну и он нах. Дверь. Все, пошли. О, хорошо. Все. Закрыли? Проверяем. Фу-фу. А она ломилась по пожарной лестнице. Просто я быстро забежал, там... Да, она и ломилась. Надо вовремя закрыть. Она на пожарную лестницу тоже за мной забежала на самом деле. Вот. Вот почему здесь сейва не будет? Это переход в новую локацию. Если я здесь погибну, сейчас еще сложнее будет. Еще. А... Ну, не буду говорить, сами увидите. Здесь сейчас опять survival пойдет. Не, наверное, я всю игру буду материться, что сейва нет. Ладно, какое-то время, пока спокойно, можно погулять, порассматривать. Передышка. Вот, да, дизайн, ну, интерьер. Это эпоха Возрождения, конечно, узнаю. Ну, такой Донателло скорее. Нет, это не Боттичелли, это ближе к Донателло. Угу, закрыто, да. Ну, ряд дверей закрыт. Это библиотека. Здесь несколько ярусов. Вот. Пока что, до поры до времени, до поры еще спокойно. Потом начнется... тихо. Тихо, тихо. Ну, всякие звуки. Давайте картины пока рассмотрим. А вот это уже Боттичелли. Это стопуду. Ну, может быть, не Боттичелли, но это вот уже вот романтизм. Это... Ой, это... Нет, это уже позже. Это что-то ближе к Гои. Не знаю. Вообще-то в живописи так неплохо разбираюсь, но не могу угадать. Так, читаем. Интересно. Theological Reading Center. Теологический читальный... Ну, зал. Охо, тамплиеровские дела. Хорошо. Ладно, хотя бы насладиться. Огонь на меня действует? Нет, здесь такого нет. Игра очень примитивная в этом отношении. Это голландская живопись примерно. Ну, неважно, германо-голландская, Нидерланды. Это начало романтизма, да. Век, я скажу, знаете, какой? 17-й, возможно. Я могу ошибиться. Но вот это вот конкретно на нидерландскую живопись похоже. Это что? Читаем. Блять, привык, что прыжки должны быть. Давай стул подожжем, давайте. На, гори. Burn, burn стул. Похуй. Куэлет студии. Куэлет, не знаю, что по-английски. Орден, ну... Ах, ага. Зайдем сейчас, все обойдем, посмотрим. Ну что, фонарик? А, ну это Гоя. Это Гоя. Это как раз-таки расстрел. Ну, это фрагмент картины. Плохо видно, темно. Это Франциско Гоя. Расстрел повстанцев. Когда уже революционеры, робеспьерцы ворвались, господи, в Испанию, свергли бурбонов и стали гасить восстание. Да. Это что-то знакомое. Это Британия, похоже, очень. Королевские дела. Ну, если честно, живопись эклектика. Разных эпох, разных стилистик. Но все равно интересно. Книги разбросаны. Книги не активируются? Нет. Не, поймите правильно, я тут не пытаюсь блеснуть там свои эрудиции. Я сам, видите, половину не помню. Ну, просто интересно. Тихо! Ой, блядь! Слышали, да? Не, ну хорош, да я погуляю. Фу, блядь. Сука. Так, здесь можно пройти? И здесь можно пройти. Не, просто я знаю, что дальше будет. Дальше пойдет динамика, надо опять прятаться. Опять это сиськи, голова, фонарь придет. А когда она зайдет, я не знаю. То есть в какую-то зону по скрипту зайдешь, и она начнет бегать за нами. Да, хорошо, что я помню. Но пока что я хочу погулять. Это Италия, ну, конечно. Это и видно. Это что у нас? Это такая дюреровщина примерно. Тоже дюреровщина. Германия. Так. Это не узнаю, честно, не узнаю.
Осторожно. Это эпоха Возрождения, конкретно так. Что, с чего Клейтон Марлус Рейдингрум? Не знаю, как переводится. Ну, Рейдингрум я понимаю, Клейтон Маргус. Марлус это, имя, наверное. Может, хозяин из библиотеки? Открыва. Ну-ка, взаимодействие дверь. Заперто. Ёб твой. А здесь чё, как? Я что-то не понял. Открыто, закрыто, как-то странно. А, здесь дверь забаррикадирована столами. Ну, кстати, смотрите, текстуры ничего переданы. Дерево старинное, дубовое, лакированное. Хорошо же. Это Франция. Вероятнее всего. Это эпохи, ну, Версаль, скорее всего. Могу ошибаться. Очередной какой-нибудь кардинал. Ну, это вот Дюма, вот примерно та эпоха, когда гугеноты, католики против гугенотов. Там что? Ну, там такой пейзаж. Трудно его классифицировать. Во всей Европе так писали. Окошко не открывается. Ну, это тоже достаточно распространенный тип. Его трудно привязать к какому-то веку. Разве что только по одежде. Не знаю. Ну, навскидку я скажу, это век 17-й. Нет, не 18-й, 17-й. Конзол и прическа. Да, это 17-й. Да. В 18-м уже парики начали вводить. Все, нахуй, посмотрели картины, двери еще раз проверим. Одна дверь там нам открылась. Все, ну и нет смысла, да. Хотя нет, по-моему, здесь несколько дверей открываются. Ну все, проверим. Заперто, заперто. Предметов вроде бы я не обнаружил. Вот, дверь открыта. Почему бы сейва не сделать? Вот комната. Осторожно, кто его знает? Не знаю. Вот, активный предмет, мигает, очень приятно. Стул, ну стул зачем поднимать нам? Шкафы. Здесь, по-моему, были такие полусекреты. Эскизы. Ну, эскизы Рембрандта напоминают, слегка. Нет, не Рембрандта, нет, они уже позже. Позже, вот, вот например, бакенбарды на портрете у этого господина, это уже, это конкретно, это уже 18-й. Или не бакенбарды, я не пойму. Воротник или бакенбарды? Книжный шкаф. Здесь что? Книги. Ну-ка, книги. Книги, интересно. Макбет. Ну, Макбет, хорошо. Fairy Tales by... Дальше не могу прочесть. Charles... Fairy Tales Кристиан Андерсон. Чудесные сказки Ганса Христиана Андерсона. Хорошо. И Макбет. Ну, такая классика. Байрон, что ли? Нет, нет, нет. Ладно. Это античный какой-то товарищ. Ну, не Юлий Цезарь, но какой-то из пост-Цезарей. Ну, библиотека вот хорошо выглядит. Мне нравится. А вот здесь картину украли, по всей видимости. Опять ранний романтизм. Ранний романтизм. Вот здесь вот как бы в комплексе. А вот это уже вот 18 век. Вот эта дамочка вот с фруктами на природе. Да. Ну, вот типичные европейские дела. Лев, такое победоносное, сильное животное. Ну, этот вообще Ницше какой-то. Ну, серьезно, с усами. Ну, этот не Фридрих, но есть сходство. Не знаю кто. Ну, какой-то священник. Возможно, какая-то личность. Я так понимаю, это все... Нет, вот насколько я вижу, это настоящие картины, репродукции, использованные в игре. Но многие я узнал. Господи, этот с усами знакомый. Позор мне, позор тоже мне. Это, ну это личность. Какой я болван. Стыд да позор. А этот тоже известный. Это уже 19-й. Нет, этот вот 19 век с усами, а этот конец 18-го. Такая Робеспьеровщина. Уже вот
период французской революции. Переход 18 на 19. Да-да-да, перелом. Читаем. Все, посмотрели картину. Да это стулья, блядь! Вот как себе надо вести в библиотеке. В греческом зале, в греческом зале. Мышь белая. Это ж темнота. Это ж музей. У Райкина, помните? Читаем. Души, как рисунки, иногда красивый холст скрывает темную правду. Подсказка, что ли? Ну да, подсказка. Еще раз. Души, как рисунки. Красивый холст. Красивый. Ну, они все красивые. По мне, так они... Ну да, красивый одно это нос. Ну и чё? Ой! Вот случайно. Вот. Так. Одна только картина? Ну, наверное, да, только одна. Ну, давайте на всякий случай все попробуем. Да, блин, стулья здесь заебали под ногами. Иди нахуй. Вот это открылось? Да, вот это открылось. Читаем. Трагедия в Дормансе. Год назад Дорман был потрясен новостью о несчастном происшествии с Анной Крайзью. Девочка упала со скалы, катаясь на велосипеде недалеко от лесопилки. Анника покинула нас в юном возрасте 13 лет. Анника, так вот я ее и встретил на дороге, помните? Ну, я ей сказал, что привидение. Мы искренне соболезнуем ее семье. Надо внимательно читать, может, это тоже какая-то подсказка. Анника мертва, та девочка, с которой мы только что довелись. Ну вот, видите, подтвердился текст. Вроде все. Нет. Ну давайте еще попробуем. Ну пока ничего не реакции нет. Нет, нет. Я не тороплюсь туда выходить, сейчас там начнется. Там будет охо-хо, бля. Вы знаете, ребята, мне уже страшно, я не шучу. Мне хуево. Дверь не открывается, только записку почитать, я понял. Там дальше надо сматываться, и сматываться тяжело. Там на улице мне, честно, повезло с этой сисястым этим фонарем. Как бы ее назвать? Сисястый прожектор, что ли? Прожектор с сиськами? Я не знаю, ну, не смешно. Сейчас глоток сделаю, ваше здоровье просто. Для храбрости. Что я хотел сказать? Я замахнулся на эту игру. Ну как замахнулся? Просто по ночам у меня бессонница в перерывах между Deus Ex и Human Revolution. Ребят, извините, если мне совсем страшно будет, я не буду дальше проходить. Прерву. Ну серьезно, мне не по себе. Ай, бля, это тень, сука. Да я не шучу, ну действительно же ху... Куда идем? Бля, она сейчас за нами бегать будет. Это просто я помню. Вспоминаем. Вспоминаем по первой локации. В дом, в который я зашел, наш герой. Эдвард нас зовут, хорошо. Значит... Дверь, которая обозначалась заперта, к ней мы все-таки нашли ключ. А двери, где было указание «заклинило», они не подлежат отверстию. Так вот и гадай. Кстати, что здесь написано? А, туалет. Это... Perlodicals... Я не знаю такого слова по-инглишу. Правильно я прочитал? Perlodicals. Не знаю. Вот, очень возможно, видите, заперто, именно заперто, он говорит, заперто. Вот мы не знаем, может быть ключ, а потом ключ подбирать к дверям, ну все, будем пробовать. Ой, неохота, так, на 39, на 40 минут я наиграл, ой, бля. Короче, если я сейчас обломлюсь, она меня поймает, сиськи, придется заново всю локацию, не хочется.
Знаете, я вам честно скажу, если она меня поймает, я сегодня не буду перепроходить. Я завтра начну на свежую голову, ну, за следующей ночью, точнее. Ой, бля... Ёб твой... Клейтон, да, здесь я был. А, открылось. Вот, я прочитал записку по той комнате, все. Здесь с географией мне, ну, в принципе, я более-менее ориентируюсь. Но это пока, там дальше будут такие завороты, лабиринты. То есть столы обвалились сюда внутрь, в лестницу, и мы идем на второй ярус. Ну, смотрите, какие старинные архитектурные. Но это вот, это уже напоминает именно, ну, в принципе, всю Европу, но мне, в частности, напоминает британские дома 19 века, викторианской эпохи. Когда постепенно модернизм стал входить, уже стал входить определенная доля минимализм, то есть остались какие-то дубовые роскошные вот эти вот перилы и прочее, но излишества узоров стали убирать из интерьеров. Это вот модернизм вторая половина 19 века. Ну, Британия раньше всех модернизм стали осваивать. А потом это, конечно, уже по всей Европе покатилось. Это кто? Это Гойя, это Гойя. Это Гойя, я его сразу знаю. Не помню название картины. Да, ну, видимо, видите, уже это третья картина Гойя. Блять, я чуть не обосрал. Вы видели, вон она стоит, смотрит. Ой, блять, ёб твою. У меня душа сейчас в пятки чуть не... Пиздец, я иду, она вон стоит. Пауза, секунду, я... Сейчас. Подождите, блять. Даже эмбиент этот давит, бля. Зачем я эту игру начал? Бля, сколько я выкурил уже. Я же две пачки купил. И в обеих уже... Вот так. Собрание и парламент я взял себе. Ну почему сейва нет? Так, вот сейчас мы поговорим. И она-то... Не, вреда не будет от нее. Это призрак, она нам... Ай, блядь. Сколько мне чего? Аника, are you dead? Аника, ты умерла. Сколько лет? Что это значит? What does this mean? Сука, сейчас начнется. Ну почему сейва нет? И не спрячешься. И отсидеться здесь не получится. Вот так, чтобы скрыться и в уголке отсидеться. Бля, бля, ребят, хуёво. Я извиняюсь, если сейчас я обосрусь. Я сам себе не враг. Мне еще нервы нужны, простите. Я и так уже наполовину седой. Ну... Зачем мне сейчас... Сука, блин. А Гойя. Уже четвертая картина Гойя. Нет, пятая. Четвертая. Это знаменитая... Ой-ой-ой, тихо, тихо. Свечи пронумерованы. Да, что-то со свечами здесь будет, квестяра. Тихо, вон что-то мне там в телеграме пишут. Телефон, секунду. Кто, что, зачем? Звонит друг, сейчас позвоним. Вот, пусть в эфире будет. Включить динамик. Так, так, так. Алло. Мне не до шуток, блядь. Я Who's Remains сейчас. Я сейчас гуляю. Я уже обосрался от страха. Я полторы пачки выкурил за два часа, блядь. Очень страшно. Вот я в ней сейчас, на запись идет. Так, я с тобой говорю, сам комментирую игру. Гойя – это знаменитая смоковница, фаворитка при дворе Бурбонов. Есть, кстати, экранизация неплохая с ней на тему не самого Гойи, а вот этой фаворитки. Позже Гойя ее писал в образе старухи. Есть две версии этой картины, где она голышом, вот как вы видите, и где в одеждах. Но это знаменитая. Я не помню ее название, ну... Короче, авторы очень ценят Гойю. Не, ну Гойя, это да. Я по библиотеке гуляю. А, эпоха Возрождения вижу, хорошо. Да, это... Нет, Маслов. Это... Чего, я слушаю. У меня моя барышня... Ты это не комментируй, твой голос попадает в эфир. Про что, свою личную жизнь в эфир расскажешь сейчас? Хотелось бы. Ну, чтоб все слышали в моем прохождении твою личную жизнь, ради бога. Нет, 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 нет. Валяй. В мере,
Я тебя предупредил? Нет. Я вот тоже так играл в Deus, мне Санек позвонил. Я говорю, Санек, сейчас я играю, твой голос попадает. Он говорит, а у меня конфиденциальный. Говорю, давай игру закончу, созвонимся. Вот я тебя предупредил. Хочешь, говори о чем угодно, ну вот решай. Я сейчас на громкую связь поставил, твой голос тоже волей-неволей в микрофон попадает. Так, там надо немножко чуть-чуть налево повернуть и потом... Да, налево, тут такое налево, сейчас тут такое выйдет, если б ты видел. Первое прохождение я уже записал, уже повесил, уже висит у меня первая серия. Все тоже по полтора часа. Вот сейчас вторую записываю. Очень страшная игра, очень серьезно, я не шучу. Бля, мне 44 года, я дяденька уже, дед. Пиздец, боюсь. Понимаешь, здесь нет всяких зомби, вампиров, здесь еще хуже. Здесь паранормальные существа, как из снов именно, паранормал. Смесь X-Files, Twin Peaks и Лавкрафта. Такой замес, блядь. Фу, бля, а я боюсь, так, книги. Читаем Макбет, мы видели, что это тут из книг. Ну почему прыжков нет? Бля. Ну, книги я хочу. Чё? The Secrets. Так, секрет. Ну, оккультные книги будут хотя бы? The... Не могу прочитать. The... Ну, текстуры хорошие. Свет отображается. Ну, неплохо. Так, так, так. Сейчас она выйдет. Сейчас выйдет эта сиськи. Так, комрад. Чё? Подожди. Я сейчас отойду ненадолго. Ну, отходи, чем хорошо. Подойди. А я вот сейчас ноги буду давать. Ой, бля. Отойду. Так сказал бы, что отойду. Я думал, от трубки он... Ну и хорошо, ладно. А, у меня же это, звонок отключен. Он будет звонить, я не... А, нет, я же услышал звонок. Так, ребята, я боюсь, я не могу. Ну, суя. Тихо. Сейчас как резко она вот начнется это. Свечи, свечи. Надо со свечами взаимодействовать. Хорошо, будем изучать свечи. Вот одна свеча. Зажигаем. По-моему, так, когда я зажгу свечи... А, вот цифры. 7. Запоминаем. Давайте по картинам ориентироваться. Вот условная эпоха Возрождения. Нет, это не эпоха Возрождения. Это уже позже. Чуть-чуть. Ну ладно. Комплексный портрет. Будем так называть. Комплексный портрет. Свеч 7. В начале штабелей с книгами. 7. Где еще свеч? Свеча. 4. 4 рядом со смоковницей Гои. Она, по-моему, его любовницей была, я не помню. 7-4. Ну вот квестовщина пошла. 2. В темном этом. Надо запоминать. Бегать придется резко. 5. Ой, бля, я запутаюсь. Где еще? Здесь нет. По периметру смотрим. 5, 2, 4. Там 7. Тихо, спокойно. 7. И дальше. Вон еще свеч. Ай, бля, началось! Бля, я не успел изучить. Вы видели, да? Где она? Где она? Я не вижу. Съебываем. Шифтяра. Где шифт, сука? Вниз можно съебаться? Хуй. Если б так все просто было. Ну пока спрятаться на время. Она не заметит? Ну давай спрячемся на... Блять. А здесь на этом уровне. А, здесь я был. А она сюда спрыгнет? Нет, хуй его знает.
Я вспотел, реально, у меня лоб мокрый. Я не... Бля... Вот понимаете, здесь и не попробуешь, допустим, проверку. Сейва-то нет. Вот, к примеру, она меня сейчас увидит оттуда. Вдруг она дотянется до меня. Лучом или прыгнет, я не знаю. Ладно, пусть пока там ходит. Так, увидела, не увидела. Ну, допустим, увидела. Не увидела, непонятно. Нет, не видит, не видит. Пусть гуляет. Не, я не могу, серьезно, я не шучу, бля. 50 минут наиграл. Страшно, я не могу, блядь. Сука. Дальше еще будет сложнее. Я вам скажу, эта локация еще более-менее открытое пространство. Здесь можно от нее быстро бегать, нычиться. А там будет еще... Ну, типа лабиринта, ну, дальше, я помню. Там вообще очень сложно. Бля, неудобно мне shift зажимать и... Нам надо все свечи изучить. Хуй с ним, ладно. Блядь, герой я или не герой, а? Так, Джесси Дентон, вперед, отвага и честь. И замкнутый, если я сейчас в замкнутое забегу, она меня поймает, понимаете? Еще стулья тебе мешают, сука! Блядь! Ёбаный! Сука! Вот! Поймала, видели? Так, хорошо, с этого начинается опять с погони. Я понял. С погони. Ныкаемся, быстро ныкаемся в этот. Лестница, где она, сука? На время. Блять, где лестница? Ай, блядь! Ёб твой мать! Где лестница? Вон она. Сука, бля. Иди в... Бля. Я реально вспотел. Ай, бля. Штаны уже, пардон, черные. Где лестница? Вот здесь где-то. Вот она. Давай пока здесь переждем. Ёпту. Блять. Фу, бля. Иди нахуй. Я не могу играть, ребята, все, пауза, завтра, я не могу, я не шучу, иди, все, пока, нахуй, пока, до свидания, блядь.